Надо еще один угледобытчик поставить. Адаптация, что у нас? Куда? А, смотри, что я хочу сейчас, знаешь, что сделать? Давай святилище. Ну, пока святилище не будем строить. Я видел вот такого вот. Новая вера. Надежда больше не проблема. Придется отказаться от сызля. Будет организовано место публичной казни. Некоторые лонцы умрут. Некоторые будут протестовать против принятия закона. Кое-кто из них умрет. Давай-ка пока это изучать не будем. Изучим все остальное, пожалуй. Пап. Вот тут вот пап построим. Молчаливый протест. Сэр, мужчина бросился вниз с генератора. Ее вдова здесь. Ей нужны ответы. Она пытается понять, что произошло. Он был таким тихим. Никогда против вас ничего не имел, капитан. А теперь некоторые говорят, что он... Это сделал в знак протеста против ваших религиозных форм. Священники говорят нет. Но так хотел показать преданность вам. Не знаю, чему верить. Почему он так поступил? Вы же защитники истины. Вы должны знать. Недовольство немного. Священники правы. Пусть недовольство упадет хотя бы. Беженцы из морозных земель, нежданные гости. Капитан группы изнеможенных выживших добралась до нашего города из их бывшего их объяснений. Мы поняли, что они долго шли, многие погибли в пути. Они все время повторяли слова «Рок настигнет нас». А еще говорят, что за ним следует множество беженцев, выживших умолят помочь им. Давайте лучше мы поможем им, чтобы еще другие появились тут. Решить поток. Блин. Технология изучена, лазарет, отлично. Фабрика. А, у меня железо закончилось, да. Серьезно, все завязано на железе. Во, хотя бы это. Да что ж такое? Холод на рабочем месте. Обогреем некоторые рабочие места. А, ну и фиксим, да. Обещание нарушено. Быстро, да? Пап. Давай посетить папа. Надежда вырастает, отлично. Угледобытчик тоже. И здесь тоже угледобытчик. Здесь... А, инженеров у меня 5 штук, да? А, пока давай 5 человек будет. Так, нужно еще 10 человек в дом, да?
Генератор включается. Нет. Все отлично, отлично. Запускаем генератор. Ожидает, да. Исследует. Мы идем в широкую проходу, который образовался в разломном льду американский дредноут ГФС. Триумфут инженерной мысли. Мы поражены, но смотрим на гигантские глыбы льда, которые сокрушили и сдвинулись в сторону американский дредноут ГФС. Возможно, скоро мы узнаем, как такое возможно в отдалении. Видны очертания чего-то огромного. Скорее всего, это второй корабль Прометей. Дредноут в льдах, здесь нечего делать. Прошли да дальше, пошли дальше, пошли дальше. Ай, выжившие уже сам пришли сюда. Ой, еда. Блин, у нас вообще еды до хрена стало. Ты поставил бычок или около угла для добытчика. Я просто оставил их. Они нормально сейчас будут набирать. У меня сейчас дофига людей. У меня все сейчас в порядке. Книга адаптации. Самогон. Каждая выдача еды будет немного снижать недовольство. Поедание супа может вызвать меньше недовольства. Отлично. Дом удовольствий. Давай дом удовольствий, наоборот. Мне нравится дом удовольствий. Решил, что мне не нужен лишнее это. Лишние расходы. Потому что у меня очень мало железа. Очень мало железа. Так, нехватка ресурсов. Ресурсов становится мало. Нам нужно больше. Потребность растет час от часа. Эту проблему можно решить, подписав закон о продлении рабочего дня. Спасибо. Продленная смена, я помню ее. Так, у меня сейчас плюсом идет или минус? Добыча угля меньше. А, паровой стиль не сдует. Мне нужно железо. Без железа я ничего не сделаю. Воршливый старик. Сэр, толпа вытащила старика из дома. Они собираются заставить его публично покаяться. Покайся, подлец. Кричит кто-то. Может, хоть это научит тебя держать свой поганый рот закрытым. Этот старик известен тем, что остер... На язык, на его преданности и благочестие можно не сомневаться. Рагнет, недовольство не могу усилиться. Недовольство упадет, люди могут пострадать. Пусть недовольство упадет лучше. Тут ожидают уже каменный корабль исследовать. Заметные детали ландшафта морозных земель пригодится как ориентир для будущих экспедиций. Отлично. Мы не обнаружили ничего ценного, но отсюда мы можем попасть на более интересные места. Обломки машины. Отлично. Угу. Нет угледобычи, ровно так. Он из-под земли вытаскивает уголь, а потом он викует уголь. То есть я не совсем помню то, что ты говоришь. Ты говоришь, что угледобытчик работает не так. Он из-под земли вытаскивает уголь, а потом выкидывает уголь на землю в виде кучи угля. Для двух постов добычи.
паровые ядра древесины стали дредноут в льдах. Большинство машин с Прометея разобрали и увезли огромный паровой молот для разбивания самого толстого льда, сломан и лежит на носу корабля. Из дредноута забрали всю полезную технику, но обшивка позволит получить много стали, так что основать здесь аванпост вполне разумно. На мостике мы нашли журнал с последствиями приказами Теслы перевести все припасы на... из здоровых выжив на ГПС, брать коллег только с протезами, чтобы приносить их пользу. И поэтому я говорю, ставь возле добычи 2-4 угледобытчика. Так, эти ресурсы мы забиваем. Там металл. Металл нам тоже... Блин, металл вот бы нам надо бы. Так, исследование. Фабрику. А, металл, металл, металл. Сжигают жиром. Во, угольная печь. Бегство из морозных земель, бегство от бури. К городу подошло множество людей, многие из них нездоровы. Они говорят, что к нам движется невиданная погодная аномалия, и что без нашей помощи они погибнут. Мы бы такое не пережили. Повезло, что полярный исследователь Нансен предупредил нас о грядущей катастрофе и сказал эвакуироваться. Пожалуйста, спасите нас. Давайте 70 человек примем. По-другому быть не могло. Сейчас строим еще дома. Давайте начнем пока с палаток. Угу. Так, дерево. У нас угля один хрен нету. Исследовать древесину, отлично. Забрать ресурсы. Возможно, много лет назад здесь было аванпост, теперь ничего не осталось, кроме блинеш или лесопилки. Припасы в снегу, ладно. Что нам куда? Нам припасы в снегу теперь идти. Нам еда не нужна. Беженцы тоже не нужны. У нас скоро будет до хрена голодных людей. Подожди, да подождите вы, блин. Исследовать уголь и стали. Отлично, надо... Бланк машины, мы нашли бланк какой-то машины, ее можно разобрать на запчасти, отлично. Разбирая развалины, чтобы забрать все, что представляет ценность, мы обнаружили тайник с припасами, забрать ресурсы. Отлично. Теперь возвращайтесь в город пулей. Так, с металлами у нас проблем нет. Ага, тут где-то я видел, вот тут это инженер, да, лазарет. Лазарет справится. Металл, да, мне нужно еще больше еды, еда. Кухня. Так, угледобычек. Угу. Я понял, что постоит. Сейчас я жду, когда будет тепло у меня. Я понял. Сейчас. У меня нет...
Нету, места стали нету, места ставлю, проблемы. Они пока мне не сделают угольную шахту. Не уголь добычи, а пост добычи, пост добычи. Где тут пост добычи? Пост добычи. Вот оно что. Где-то еще было, вот он. Дорожку, пожалуйста, к ней сюда. Сведения от верующей капитана. Одна женщина услышала, как соседи обсуждают они к сюда и другим. Мы выяснили, все часть припасов будет возвращена. Отлично. Чего у нас тут? Почему здесь? А, все правильно, ладно. Хижина, ладно, закрыта. Изучена угольная печь, отлично. Железо, но все равно беда до сих пор. Термоизоляция, давай тогда это. О, он уже пришел, да. Исследуйте, да. Ящики покрыты плотным слоем снега, но там ничего должно быть ценного. Он все соберет, подожди. Под снегом мы нашли несколько ящиков с припасами. Неясно, кто оставил их. Разрушительное хранилище и замерзший пруд. Давай. Разрушенное хранилище. А вы заколебали болеть? Капитан, тут пришли верующие. Они перевели с собой мужчин, которые осмелились задать вопрос после того, как праведные услышали ваше слово прошлой ночи. Их вера, капитан, не рушила. Что будем делать? Мужчины пострадают, недовольство упадет. Надежда немного вырастет. Давай недовольство упечить. Стоять. Мне нужно металл, металл параллель. Вот это. Пост добычи. Ну, давай поверь, тогда тут сделаем. Так, 4. Если у меня людей все равно сейчас не будет нехватка. Промышленная теплица. Во, промышленная теплица. А у нас нет ни хера. Так, что у нас тут тоже нету, это тоже нету. И что можно делать? Металл, лесопилка, что у нас? О, дерево. Ты поставил людей на посты? Да, я поставил людей на посты. Вторая волна. Мы примем всех. Пофиг, мы примем всех.
У нас проблемы с едой. Почему у нас проблемы с едой? Они что, не успевают создавать еду? Холодные жильцы. Я не буду сейчас этим заниматься. А, он уже ожидает меня, да. Еда и 3-4 стен еще стоят, еще небольшие, засыпанные снегом тайник с припасами. Приложив усилия, мы откопали сундук из-под снега. В нашем городе им найдется применение. Отлично, забрать ресурсы. И следующий замерзший пруд. Нам нужно там идти. Отлично. Уголь и металл, отлично. Я не знаю. Пошли куда-нибудь. Сюда хотя бы. А, подожди-ка. Давай тогда сюда. Будем ближе носиться к ним. У нас же работает он. Так, что мы тут можем делать? Давай цель. Святилище. Построить 3 святилища. Мы не построим 3 святилища. У нас металла вообще нет. Давай новую веру сделаем. Новая вера прольется кровь сэры. Недовольный народ бунтует на улицах и требует от вас прекратить творить безобразие. Люди утверждают, что суть нашей веры в другом, что вы уничтожаете все чистое и прекрасное ради полной власти над нашими судьбами. Они кричат, это безумие. Вы узурпатор, а не истинный пастырь. Примерно четверть населения намерена сопротивляться прочие безмолвные хранители. Закон не будет изнан. А, отлично. А, вот что имеете в виду. Тогда да, правильно. Будем тогда делать адаптацию и... Лесопилка пока, да. Давай, утро, наступай быстрее. Замерзший пруд. Заметная деталь ландшафта. Пригодится как ориентир для будущих исследований. Мы обнаружили нечто ценное. Мы не обнаружили ничего ценного, но отсюда мы можем попасть на более интересные области. Продолжать. И что? У нас тут тоже ничего нету. Че, все, город закончился пока что? Возвращайся тогда в город пока. Мы в плюс-то будем выходить, нет? А, отлично, мы в плюс начали выходить.